как бы первый шажочек, описание участка. Вот. Антон уже прислал работу полностью сделанную. И не просто полностью сделанную, а еще и даже с замечаниями эксперта. Поэтому, с одной стороны, вроде бы как нам эта работа не подходит. И может быть вообще это было не на вебинар, да? А может быть это вообще было просто как бы посоветуй вот вообще что делать. Вот. Ну, наверное, сейчас, в общем, вопрос к вам, коллеги, будет. Три варианта я сказал, еще прислала Татьяна Лазарева Зею, вот, но прислала там плохо, в смысле, что автокарты со ссылками на растры, а самих растров нету. Поэтому практически получается, что я ничего не увидел. Поэтому из четырех у нас получается три, коллеги, я перечислил. У нас Александр, Антон и Екатерина. Вот, коллеги, ну, по моим планам, если вы не против, вот как авторы этих трех участков, то можно рассмотреть все три. Я все три презентации закачал. Они все три готовы. Вот, если кто-то против, коллеги, то скажите, тогда мы ваш участок не будем все вместе рассматривать. Вот, если не против, то тогда прямо и поедем. Вот, Антона, вот, Александр за, вот я так хотел с Александра и начать. Почему? Потому что именно описание сделано, то есть вообще как надо, все что надо. И, ну не то, что самый простой, он самый такой не нагруженный техногенными воздействиями, вот как у Катерины. Да-да-да, рассмотрим, Катерина. Я только за, чем больше фан. Вот, все трое, значит, ответили да и за, поэтому вот и пойдем по порядку. Вот как ответили Александр, Катерина и Антон, так и посмотрим. Наверное, уложимся в часик, если там по 15-20 минут. Ну, неизвестно, потому что я могу уйти куда-то вдаль, и все, и мы потеряем нити рассуждений. Ну, значит, в следующий раз продолжим. Вот. Все, поехали тогда. И сразу предупреждаю, коллеги, всех остальных, кто не прислал. Все остальные, кто там не доделал, побоялся, поленился и все такое. Вот всем работы сделаны хорошо. Можно даже сказать, что немножко слишком хорошо. Потому что вы можете подумать, ой, это мне тоже надо так делать. Коллеги, если вы сделаете в три раза хуже, чем те авторы, вот, кто сегодня прислал, уже будет хорошо. Поэтому те, кто прислал, те в трижды хорошо сделали. Поэтому достаточно сделать меньшее, коллеги. Главное сделать и прислать. Вот. Итак, Александр Зубец, Дема. Это у нас... Сейчас. Башкирия, Уфа, Юго-Западней, Уфы. Это приток... Наверное, реки Белой. Ну и это как раз у Александра и написано. Тут по-видимому, какая-то трасса вот между какими-то населенными пунктами. И вот здесь она где-то пересекает, ну где-то, по-видимому, вот здесь пересекает вот эту самую Дему. И еще, коллеги, все три участка, которые мы сегодня рассмотрим, еще вот интересная такая особенность, сразу скажу. Да, будет автодорога, первая категория. Спасибо. Все три участка попали на такие вот, условно говоря, средние или малые реки. То есть не совсем малюсенькие, коллеги, тоже делайте. Потому что совсем малюсенькие тоже у вас будут встречаться. То есть канавки, то есть... Так, запись села, ну ладно. То есть ручеечки, коллеги, тоже делайте. Пока мы вот эти вот очень-очень-очень маленькие вот сегодня не будут. И тоже никто и не сделал, не прислал очень большую реку, кроме Татьяны Лазаревой, которая прислала Зею, но я ее не увидел, Зею. То есть у нас все будут такие вот особенненькие. И какая же эта особенность будет вот этих средненьких рек, таких вот ближе к малым, но не совсем малюсенькие ручейки. Особенность, коллеги, будет такая. Они занимают промежуточное состояние между большими и малыми. Ну, скажите, банально. Да, банально. Именно так. Чем отличаются большие реки? Коллеги, большие реки, они как слоны, они как динозавры, они как валуи, они как вот великаны. Они делают, что хотят. Они вот
и не взирают ни на коренные берега, ни на растительность, ни на какое-то мелкое антропогенное воздействие. Они вот хотят размыть, размоют, хотят тут наложить остров, значит, сделают этот остров. Хотят там двигать какие-то косы, помощни. Так все, они делают, что хотят. Они главенствуют над всем окружающей территорией. Они сами себе сделали долину, сами себе сделали пойму, и сами в этой пойме, как в перинке, нежатся и вытворяют все, что хотят. Такие вот, знаете, великаны такие вот играют. Чем отличаются малюсенькие речки, ручеечки? Вот эти ручеечки, канавы всякие, малюсенькие, узенькие речки, они часто бедные, несчастные карлики. Они вот хотят протиснуться между деревьями и с трудом обтекают эти деревья. Вот эти деревья растут по 100 лет, и вот этот ручей течет между этими двумя деревьями. И получается у нас древесный тип руслопроцесса. У нас деревья становятся руслоформирующими факторами. А если упадет какое-то дерево, да еще перегородит ручеечек, то ручеечек бедненький там вообще сделает подпор, что-то там размол. В общем, коллеги, они у нас карлики. Они у нас подвержены любым воздействиям, как глобальным, как антропогенным, как естественным, так и каким-то локальным. Вот что-то там, коллеги, ручеечек достаточно поставить картонку или там какой-нибудь лист шифера, да, и у нас все, у нас уже получается вместо ручеечка там маленький прудик. Вот. Так вот эти средние реки, которые мы сегодня будем рассказывать, они вот такие вот, знаете, такие вот, как жеребцы. Они вроде хотят, молодые такие жеребчики, они вроде бы и хотят что-то сделать. То есть они тоже хотят быть как динозавры, но сил у них не хватает. И вот это, коллеги, мы сегодня и увидим на всех этих трех участках. Что вроде бы река хочет размывать и пытается размывать, и в то же время ей иногда что-то не хватает. И мы вот эту грань в разных трех участках, по-разному это все будет проявляться, мы увидим, где, что здесь больше действует. Вот эта текущая сила воды, сила реки или ограничивающие факторы, которыми обычно являются. Ограничивающими факторами, которые не дают метаться реке по долине, не дают путешествовать ей и вытворять все что угодно. Самыми типичными являются это просто ширина дна долины. Помните, у нас было описание с вами, и в описании мы с этого и начинали. С ширины дна долины, как главный русло, один из таких вот определяющих, не формирующих русла, а ограничивающих пояс переформирования русла. Второе, ограничивающий фактор типичный, это снизу. Снизу это могут быть какие-то слабо размываемые породы. Это какая-то скала, какой-то карст, известняки, глина. Вот. И то же самое может быть и на берегах тоже. Тоже какие-нибудь глинистые берега, которые вроде формально даже можно бы и назвать пойма. Что типа туда вода иногда выходит. Но в то же время это не пойма по-нашему, по-русловому не пойма, что река это не продукт перемещения русла по дну долины. Вот. И третий такой типичный ограничивающий фактор это разные антропогенные воздействия. Антропогенные воздействия можно разделить на два вида. И это не я придумал, это общеизвестно, это даже прописано в этих документах, что у нас есть сооружения антропогенные, человеческие, активные и пассивные. Пассивные это те, которые не могут изменить русло. Они сами приспосабливаются к руслу. Вот нам эти сейчас не интересны. Вот сейчас для рассмотрения условий формирования русла. Нам интересны активные. Это те, которые регулируют само русло, регулируют пойму, регулируют поток по пойме. В общем, они активно, заметно влияют на жизнь реки. И одним из типичных является мостовой переход. Не именно вот мост, который вот дырочку оставил для русла, а именно мостовой переход, потому что это еще есть дорога, которая пересекает насыпь, пересекает пойму. И вот это будет в примере у Катерины. Там вот обратим, коллеги, на это внимание.
Поэтому вот лучше начнем сейчас с Александра, с Демы, потому что здесь дороги еще нет. И раз дороги нет, то мы рассматриваем, ну, как бы естественные процессы.